Вот молодцы, хорошо кушают. Думаю, это неудобная елка. Это мама, там кухня тоже. Да, дальше. Это те еще не еще трочка. Что? А я кушаю. Что? А я кушаю. Молодец. А у меня, смотри, какое большое мясо. Смотри, какое большое мясо. Мама, не делаешь гренку. Кушай, не делаешь, мама, гренку. Слышу, делаю тебе гренку. Мажу тебе и мажу. Вот у Лили вчера раньше спать. Я бы тоже раньше легла спать. Так, мама, в час ночи легла. А мама Ютина, как я? Спать. Спать. Да ты ж супчик жиденький кушаешь. Зачем тебе водичка? Супчик жиденький. Давай водичку. Водичку. Ну давай дам водичку. Так и печеную же надо водичку, да? Нет, теплую. Теплую, но я теплую дам тебе. Ты теперь кормишь, я хожу, смотрю на них, я боюсь. Кисюня, я не могу сказать, что там было холодно. Ну как бы сквозняками не было. Так, подожди, а кто будет сухие есть, Алиса? Потом. Не, потом не будет. Я запью. А, ну хорошо. Отдельно. Закрываю, то есть проветрила, закрыла. Зажигала. Алиса, кушай, кушай, не отвлекайся. Шум открывал дверь. Алиса, может, ты правой ручкой будешь кушать? И даже полслова не сказала. Короче, не знаю. Только выкарабкались. А, я вам дышка, не могу так все это. А ты по чуть-чуть бери, не надо много брать ложечки. Ты по чуть-чуть бери. Вот, и вот, молодец, просто шикарно кушаешь. Я вчера уже доделала. Что ты делала? Ну, торт. Сейчас разгружала, сказала, все. Они в чем поедут сегодня? В брючках? Так, как они? В чулочках, в юбочках? Слышите? Да, слышите. Ну, я вчера кашляла. Я кашляла, только хоть соплей так не было. Сегодня, когда она вышла, я начала будить соплей. Ну, теплее одевать сегодня, потому что уже ветер и холодно. И как-то еще будет. Ну, чем ты нас снимаешь? Кушай, кушай. Что? Что я говорю? Я здесь такие хочу. А моя первая подсочинка. Мне чиночка даши. А у меня в Украине сегодня. Угу. А я там что? Там что? А там вместе что? А это мандаринка вот, видишь? Девочки, мандаринка потом. Мама, сначала суп. Это витаминка. Алиса, в чем дело? У тебя полная тарелка супа. Ты 5 минут над ним сидишь. Бегом есть.
щоб здоровенькими бути. А ми болеємо, що? Аліса! От якщо ти так будеш кушати, ти точно будеш бути. Довго і нудно. Давай. На попу сіли, ложкою махаємо быстренько і кушаємо. Какой тур, да? Помните кривое зеркало? Я какой? Люблю из пластилина кукла клоуна в собачках. Жуем. А где ты пластилин-то взял? Жуем. Мама дала. Mm. Так вот и здесь. Ты уже все съела? Да. Моя рыбочка. Ну что, вот мы были в кадре с ней, да, как этот есть апельсин. Видно там, да? Конечно. Ну что? А что там видно? Привет, привет. Еще видно. Потом мама, привет. Кушаешь апельсин? Костный? Mm. Хорошо сказать. Нет, скажи вкусный. Хорошо. Хорошо. Скажи вкусный. Вкусный. Молодец. А ты что жуешь? Апельсинку. Апельсинку. И нам и мочи водоинка. Да, сейчас я потом я там порежу. Что там плохо, что хорошо. Взяли? Кино сделаешь. Все, девчонки, я разделила все. Сейчас. На еще. Хватить. Хватить? Ну тогда давай дедушка еще. Вот и я съем один. А я мечусь. Сейчас у тебя вытру. Где мультики смотрят? А где вы смотрите? А, да. Туда? А ты ее посадил туда. Это мы видим сон. Бегом туда. Ой. Угу. Бегом сели. Так, сели. Садитесь. Мультики садитесь смотреть. Чего? Вот этот домик построила Алиса. Этот домик построила Алиса сама. Включи, как ты поджигаешь. Ой, красиво, как горят. Так, зови их. Девочки! Поздравься, скажи, что столько лет. Алиса! Алиса, идем тортик в труду. Лиза, стоять. Лиза, подожди. Вам же 4 годика, идите тортик будем. А? На раз, два, три, хорошо? Раз, два, три, дуем. Молодцы. Молодцы. Все, девочки, поздравляем вас с днем рождения. Вам сегодня 4 годика. Все. Молодцы. Помашите ручкой в камеру. Вот, молодцы, молодцы. Все, поздравляем вас. Вы уже большие девочки, вам уже 4 года. Не, давай я сама. Опа! Как бы они знают, но так голограммам уже ближе. Кушайте. Кушай. Вкусно? Сейчас я чай не кушаю. Вкусный тортик. Алиса. Да. А кто тортик испек? Мама. Вот. А что надо маме сказать? Спасибо. Вот, молодцы. Спасибо. Так, теперь снимем Лизу. О. Жует у нас сегодня немножко. Так пусть я смотрю, это не... А, это свечечка мне показалась. Таня, а есть еще вторая такая вот для волос? Вот это вот. Хваталка.
Работай, работай. Я ему говорю, работай на благо семьи. Вам помочь на кусочки порезать, Алиса? Лиза, посмотри на дедушку. Вот такая хорошая. Ой, какая красавица, молодец. Вкусный тортик? Да. Ты посмотри на второе дарование. Вот сластены.